хип-хоп, ла-ла-лей. С вами Олег Алавгудвин, и сейчас мы рассмотрим триггерные точки, как работать с ними с наговором. На них можно давить, я уже говорил, да, от 10-15 секунд до 40 секунд обычно давится, да, но если прям там такой спазм мощный, то можно и до 3 минут давить с наговором. Наговор — это такой, так скажем, медитативный самогипноз. Так вот он работает. И сразу отпускает. Ну, например, просто любую точку вот нашли, например, вот тут тянет очень мышцы, да. Можно пальцем давить, прямо вот так вот жестко. Внедряемся и давим. Либо, если боитесь, что палец за 3 минуты устанет, да, можно острием локтя прям косточкой вот это туда давить. Или как палочки, вот есть тайские палочки такие. Берем прям туда, внедряемся. Вот эту точку, да. Забиваем туда, на вдохе вдыхаем, я начинаю давить, задержали дыхание, я давлю, ну, убеждаюсь, что попал туда, спрашиваю клиента, попал? Он говорит, попал, да. Давим, давим, терпим, терпим, потихонечку отпускаю эту мышцу усилием воли, выдыхаю тонкой струйкой, начинаем дышать животом, вдох спокойный и выдох. То есть я регулирую процессом вдох и выдох. Мы синхронизируем свое дыхание с тобой, вдох. И с каждым выдохом становится все легче и легче. Вдох. Все легче и легче с каждым выдохом. Мы понимаем эту боль, принимаем ее для себя. Даже с благодарностью, за что-то нам была дана, для чего-то была нужна. Но сейчас не пропала необходимость. Мы ее отпускаем за ненадобностью. У нас нету никакой цели вместе с этой болью существовать. Видите, весь наговор идет в положительном ключе, в утвердительной форме, абсолютно без всяких частиц «не». Была и была эта боль. Ушла и ушла. От нее не осталось и следа. Мы к ней никак не соотносимся. Я не ослабляю движение, давление. Видите, все с одним и тем же давлением. Мы к этой боли не сопричастны никак, не думаем, зачем, почему, для чего, когда. Вообще никак не думаем. Она улетела, улетучилась далеко-далеко на дальний план. На второй план, на третий план, на десятый план, за горизонт, за пределы Солнечной системы, за прочь от Земли, прочь за пределы стратосферы, атмосферы земного шара, за пределы Солнечной системы, за пределы нашей галактики Млечный Путь. И где-то там, в космосе, в черной дыре, она аннигилировала, полностью исчезнув. А в это освободившееся место мы запускаем энергию исцеляющей любви. Она теплом расходится по лопатке, по всей грудной клетке, по позвоночнику, по тазу, по рукам и ногам. Нам становится тепло и комфортно. Вдыхаем в эту точку чистый белый искрящийся свет. Свет заполняет нас изнутри. Мы полностью как бы изнутри начинаем светиться белым-белым светом чистым. И как лампочка освещаем пространство. От боли не осталось и следа. Ну как, легче стало? Mm-hmm. Вот можно увидеть ямочку, дырочку такую, да? Вот, и как правило, зажатую мышцу отпускает. Ну, есть там тайные места такие, когда запирательная, например, мышцу вот здесь вот там прожимаем. Также мы с висцералкой, когда работаем, да, ну, уже можно без палочки, просто пальцем придавливаем или оцикальный клапан, или какой-нибудь там сфинктер внутри, и, соответственно, боль уходит. Так что вот, друзья, берите на вооружение. А у меня для вас еще есть много-много всяких маленьких секретиков, поэтому лучше приходите сюда на тренинг, и я вас всему научу, дам вам навыки в руки, и вы готовым специалистом, высококвалифицированным, пойдете в путь, в работу, нести людям добро и еще больше зарабатывать денег себе. Пока-пока.